Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня в студии Красного ТВ у нас гости из знаменитого завода «Салют». Это гордость нашего авиамоторного строительства отечественного. И мы давно очень ждали каких-нибудь сообщений и новостей с этого завода, потому что в 2011 году шла речь о том, что производство «Салют», то есть, вернее, завод «Салют» готовится к акционированию. И стоял острый вопрос о том, что, скорее всего, будет демонтаж и производство будет потихонечку сворачиваться. Но сегодня у нас есть возможность услышать из первых уст о ситуации на этом предприятии. И в гостях у нас главный инженер-технолог Елена Ивановна Жляпова. Добрый день. Добрый день. Ну вот у вас есть возможность рассказать нашим телезрителям о том, что сейчас происходит на заводе и в каком он состоянии, и действительно ли идет процесс демонтажа или подготовки к реструктуризации производства. Что происходит? Расскажите, пожалуйста. Большая часть номенклатуры предприятия передается на другие производства. Пока на «Салюте» осталось несколько изделий, которые завод выпускает сам, и не планируется их передача. Но это довольно-таки маленькая доля от прошлого производства. Например, наземная тематика свернута полностью. А это... Простите, что такое наземная? Наземная тематика – это энергетические установки для нашей энергетической промышленности, для газоперекачивающей. В том числе на нашем предприятии был разработан удивительный сжигатель твердых топлив. Короче, из мусора делают топливо. Необходимая, особенно для Москвы, установка. Угу. Перерабатывающая. Да, да, перерабатывающая. Ведь всем известно, что Москва окружена кольцом мусора, который скоро станет острая проблема, что с ним делать. Угу. То есть у производства есть направление, которое совсем не связано с строительством моторов, я так понимаю, да? Да, это все родилось в тяжелые перестроечные годы, когда все предприятия оказались без поддержки государства. И это предприятие выжило в те годы. Я так понимаю, это не простое какое-нибудь производство кастрюль, а что-то тоже из высоких технологий. Конечно, это для того, чтобы разработать новую установку, требуется долгие годы, десятилетия. На заводе конструкторские бюро разрабатывали новые установки за 6-7 лет и внедряли их в производство и продавали их, в том числе и за рубеж. То есть предприятие было сильным и вполне, как экономическая структура, держалась на плаву. И сейчас вот эти рассказы о нерентабельности, это, конечно, подготовка к тому, чтобы после акционирования постепенно избавляться от пакета акций, то есть государство передаст это в частные руки, потому что нерентабельно. Насколько я знаю, у завода «Салют» большие были заказы, в том числе от зарубежных. Да, заказов было много. Но когда сменилась политика на предприятии и был взят курс на акционирование, от тех заказов, от которых можно было отказаться без пений, отказались, либо отдали другим предприятиям. Остались только заказы, которые может сделать только наш завод и никто другой. Эти заказы предприятие продолжает выполнять. И когда они завершаются? Ну, по разговорам внутри завода, до 2015 года мы живем. Потом, в общем-то, это же золотые яйца для нашего государства. От них трудно отказываться. Вот. Но в угоду чьим-то частным интересам посмотрим. Может быть, произойдет полное уничтожение завода. Сейчас планируется оставить научную базу.
на этом заводе. То есть конструкторский. Да, смешно звучит научная база, потому что уже вот эти последние 2,5 года никаких научных изысканий практически не ведется на предприятии. Все программы закрыты. НИР весьма обширный ранее скукожился до микроскопических размеров. Вот. Зато наряду с этим идут очень интенсивные закупки дорогостоящего оборудования. Они ведутся в таком темпе, как будто мы уже разработали двигатель 5-го поколения, над которым раньше трудились, но не дали закончить, все программы закрыты. Вот. И как будто мы собираемся выпускать уже что-то грандиозное и совершенно новое. То есть капиталовложения из госбюджета идут просто огромные. А вот вы упомянули двигатель 5-го поколения, столько много о нем было разговоров в прессе. На какой стадии у вас закончились разработки? Конструкторский. Это было близко к завершению, или это все-таки было на уровне? Я не могу сказать, что это было близко к завершению, потому что проблема была поставлена большая. Но довольно-таки ощутимый кусок работы в конструкторских бюро уже был проделан. Вот. На выходе еще ничего не было, но с учетом того, что мы на тот момент совсем недавно выиграли вот этот тендер на разработку этого двигателя, то за указанный период конструкторы потрудились весьма эффективно. То есть вложена часть денег, потом все закрыто, это чистый убыток. Ну, а вот людской потенциал, резерв, то есть ученые, исследователи, конструкторы? Ну, они уже почти все утекли. Особенно такой возраст самый... Хотя нет, продуктивные неправду скажу, потому что пожилые люди, они тоже весьма продуктивны, там есть свои плюсы, огромный опыт незаменимый. Вот, скажем так, перспективный возраст. Он давно уже с завода ушел, и вот, например, моя бывшая начальница, она говорит, что это уже невозможно будет восполнить. То есть вот эти знания, опыт, они передаются из поколения в поколение. Здесь идет провал уже в 2-3 поколения, и сейчас этого незаметно пока. Но через 10 лет мы увидим, что там развитые страны производят новые двигатели, новые самолеты, а мы останемся вот с тем, что наработали наши предки. Да, это, конечно, все довольно печальная информация, потому что мы увидим, как сворачивается наше отечественное авиастроительство и как собственное правительство ставит, то есть ускоряет этот процесс, например, тем, что выигрывают тендеры там Боинги и прочие, там в той же гражданской авиации парк сменен, и теперь это уже надолго, и это серьезный, в общем, шаг к тому, чтобы отечественные производители остались без работы. Правительство не ускоряет гибель этих предприятий, оно инициирует эту гибель. Я бы сказала, что именно политика нашего правительства убивает предприятия, потому что наш завод, он весьма твердое было предприятие, и все наши отрасли, которые вот мы разрабатывали и вели, они были нужны предприятию. Сейчас некоторые цехи остались вообще без работы, а миллионные заказы, они вынуждены были вот отдавать другим предприятиям. Ну, расскажите подробнее о том, что происходит вот в вашем цехе 3. Что это за цех? Третий цех, с него начинался завод. Он производит турбины для двигателя, а если нет турбины, то нет и двигателя. И этому цеху предложено написать план, я его назвала самоликвидацией, то есть в течение года написать план, как этому цеху переехать в другие цехи завода, либо вообще какие-то технологические участки уничтожить.
Вот. Конечно, некоторое оборудование возможно перевести, но основную часть оборудования перевести невозможно. Это не кухонное оборудование. То есть вот даже за год это невозможно сделать. И в некоторых случаях речь идет не о сроках перевозки, а просто о том, что вот это сделать просто невозможно. Там здание, коммуникация, вся инфраструктура, она не подлежит перевозке. То есть уже даже как бы не камуфлируется вопрос о том, что все это сворачивается и будет подлежать либо уничтожению, либо... А это никогда не камуфлировалось. Чего им бояться? А люди, инженерам, например, открыто дают задание передать технологию на другое предприятие. Любой инженер у нас понимает, что он отдает свою работу другим, так как взамен ему не предлагается никакая другая работа. Мы все прекрасно знаем, что нового наш завод ничего не будет производить. Значит, если мы отдаем что-то старое, взамен этого ничего не будет, эти люди останутся без работы. То есть человек сам себя лишает работы, вот передает эту технологию. А как у вас устроен коллективный договор трудовой, имеется ли он? Ну, естественно. Как у вас взаимоотношения, то есть на сколько лет у вас есть гарантии вашей работы? Пока предприятие государственное, у нас есть гарантия. Когда это станет акционеркой, я плохо знаю наши... юридическую сторону. К тому же КЗОТ бесконечно меняют в худшую сторону, поэтому какие там дальше будут гарантии, это неизвестно. Вот. Значит, наш коллективный трудовой договор за последние 2,5 года, вот со сменой политики, да, и со сменой руководства предприятия, он изменился 2 или 3 раза. Вот. И, естественно, все время в сторону ухудшения. Первое было ликвидация всех социальных вопросов. Что касается, нас, конечно, интересуют зарплаты, весь соцпакет, жилищная проблема. Вот об этом, если возможно, и если вам известно не только о положении непосредственно ИТР работников технических и инженерных, но и также, что вам известно о рабочих. Значит, что касается наших тарифных вилок, очень интересная тенденция идет. Вот если рассматривать категории работников, которые что-то производят, что-то делают, то там с повышением категории, с повышением разрядов идет такое очень маленькое повышение зарплаты, ну, на 2-3 тысячи. Но в среднем она какая? У рабочих она может быть даже 14 тысяч. У ИТР начинается от 20 до 30, в зависимости от категории. Вы сказали даже 14, да. Что в Москве может быть зарплата меньше, или вы просто не имели в виду какую-то часть заработка? Там, Нет, даже 14. Понимаете, премиальные, какие бы они ни были, если вы возьмете их от 14 тысяч, это по-любому будут какие-то маленькие деньги. Да, там хоть 50. То есть вот на знаменитом заводе «Салют» рабочие есть получают рабочие, 14 тысяч. Да, с 14 тысячами, да. Это полные рабочие занятые деньги. Да, есть рабочие, которые, я думаю, и 50 получают. Вот. Ну, это, наверное, какая-то квалификация высокая. Конечно, там высокая квалификация, к тому же он должен быть необходим вот в данный конкретный момент вот для производства, да, если там срочно, да, нужно заканчивать какие-то заказы, то за счет премии они могут хорошо поднимать зарплату. Так вот, я продолжу мысль. Категории, которые что-то производят, что-то делают, у них в зависимости от разряда разница маленькая, там 2-3 тысячи. Когда речь заходит уже об административной работе, да, уже когда идут там начальники у нас, то там каждый шаг наверх сопровождается повышением зарплаты уже в 10-15 тысяч. То есть, например, если инженер растет по категории,
там без категории первая, вторая. Всего лишь на 2000, на 3 повышается зарплата. Если начальник отдела стал замначальника, там кого-то повыше, это сразу плюс 15. Вот. Ну, я считаю, это в корне неверно, потому что для такого завода инженеры и рабочие, они все-таки важнее, чем управленцы. Вот. Но дело в том, что, видимо, задачи правительства ставит заводу совсем не задачи производства двигателей, а освоение финансовых потоков, я так думаю. Потому что у нас многие структуры завода выводятся за его пределы. Это охрана, строительные цехи, уборка территорий. Если раньше эти деньги были внутри завода, и можно было проконтролировать их расходование, то сейчас они выходят наружу, и дальше уже в бумагах других фирм не так легко покопаться. Ну, более-менее стало понятно о тарифной сетке заработных плат. Хотелось бы узнать, что вот с социальным пакетом, то есть с больничными, с декретными, с отпускными, как обстоит? Больничные, декретные, отпускные, так как это еще недавно, нет, до сих пор государственное предприятие, никаких нарушений мне лично неизвестно. То есть все в соответствии с ГЗОТом. Вот. Но сверх этого ничего нет. Если раньше человеку могли возместить там затраты на операцию, еще на какие-то расходы по случаю там каких-то семейных событий, то сейчас этого уже нет. И самое главное, это полностью закрыли жилищные программы. То есть если раньше на заводе существовало несколько схем получения жилья работникам, то сейчас уже ничего нет. То есть это как бы не предполагается в коллективном договоре? Конечно, да, все, уже даже намеков нет. Я думаю, мы отдельно сейчас еще поговорим по поводу жилищной проблемы. Хотелось бы узнать, вот все-таки «Салют» — это предприятие со столетней историей, и у него просто колоссальная площадь, колоссальная инфраструктура, то есть там от детских садиков до каких-то домов культуры и так далее. То есть это все было как бы в общем, в общем пользовании, и все это, естественно, было бесплатно, помимо там всевозможных санаториев, и где-то еще на стороне имелось, я так понимаю, у этого предприятия. Что сейчас? Есть ли возможность там, допустим, ребенка устроить в детский садик или как-то отправить на какие-то кружки в Дом культуры? Нет, бесплатно уже, садика уже давно нет у завода, давно передали его городу. Дом культуры по-прежнему остается заводским, но я думаю, это из-за здания. Вот. Там все давно платно, и нет никакой разницы, человек ты с улицы или работает, или не работает. Да. На стадионе есть еще льготы небольшие, то есть там для работников завода чуть-чуть поменьше. Цена? Да, цена. Но все равно платно. Естественно, да. То есть практически это, получается, люди не заметили этого перехода? Нет, люди заметили, потому что долгое время шли разговоры о том, что стадион тоже не будет заводским. Но пока он все-таки еще в структуре завода и пока что еще жив. Хотя на его территории появилась автостоянка, что вопиюще, да? Более того, ну хорошо, ты приобрел какие-то деньги, пусти их на развитие стадиона. Но кроме того, что наставили лишних решеток, мы не заметили других изменений. Ну, а теперь, возвращаясь к проблеме жилищной, конечно, она довольно остро стояла, и наши телезрители уже от нас слышали и даже видели репортажи о том, что происходило с общежитиями, которые буквально отнимались, и людей пытались выселять, как это сейчас практикуется на улицу. Как сейчас обстоят дела вот с общежитиями и с проблемой расселения людей?
По нашему общежитию проблема расселения не стоит вообще, потому что власти, департамент жилищной политики пытается нам навязать такую мысль, что это не общежитие. Никогда не было общежитием, и вообще нас там нет. А они нам показывают акты передачи общежития от завода в Москве, и там нет жильцов. То есть они настолько громогласно заявляют о фальсификации документов, при этом с таким честным выражением лица, ну это же преступлением. Там люди живут с 2003 года, 2006, там, может и раньше. И они смеют говорить, что там никто не живет, при том, что там люди проживают фактически. И то, что не были оформлены документы своевременно в соответствии с законом, да, то есть вот нас, работников предприятия, вводили в заблуждение, ну, преступно, я считаю. Обещали, ну, у многих есть документы, что вот, ну, как по советской схеме еще тогда было, то есть живешь в общежитии, работаешь на предприятии, и там в зависимости от вклада, количества лет отработанных, постепенно появляется возможность приобретения квартиры, потому что завод строил дома. Да. Вот. Но сейчас нам объявили, что, ну как, они нас прощают за то, что нам должны, и мы можем идти, куда нам заблагорассудится. Вот, конечно. Простите, не поняла. За на то, улицу. Что вы, за, а что вы должны? В каком смысле? Ну, знаете, есть такое выражение: я прощаю тому, кому я должен. Угу. Да, я это имела в виду. То есть уже так, у нас разговор. Цинично, довольно. Не то, что цинично, это какие-то воровские правила. Да, то есть, по сути дела, как нас пытаются кинуть. Вот, но от государственного предприятия как-то это странно. Все-таки, ну, я понимаю, если бы мы работали в каких-то воровских шайках, и с нами бы так поступили. Вот. И что же в этой ситуации коллектив завода? Как-то он сплачивается вокруг этих проблем? Ну, естественно. Что происходит? Куда обращаются ваши взоры? Удалось ли найти хоть какую-то поддержку во властных структурах, среди политических партий? Где вы черпаете поддержку? Ну, единственное, кто пришел к нам на подмогу, это партии левого толка. Ну, у нас недавно было заседание в Мосгордуме. Почти что сразу, как у нас возникла эта проблема, на нас вышел депутат Кашин, тоже оказал поддержку, видимо, такую, какую смог. Огромное спасибо прессе, причем не вот этой вот нашей, как она называется, которая там по телевизору и по официальному радио, а вот именно по средствам массовой информации, которые существуют за счет инициатив обычных граждан, вот как ваше ТВ, да? Однако же эта пресса имеет, как я вижу, огромный резонанс, потому что очень быстро властные структуры приструнили вот свои, ну, спрятали свои клыки, свое истинное лицо и пытаются с нами действовать пока в рамках закона. Это благодаря вот вам, да. Это очень хорошо, конечно. А иначе они бы и даже, ну, они сжигают, есть случаи, когда сжигают общежития, чтобы людей выселить. Да, к сожалению. Вот, другие противоправные действия. То есть чиновники, они, лишь бы свет туда не подавать, а в темноте они на многое способны. Ну, а теперь вот вопрос в связи с тем, я понимаю, что политическая поддержка, я думаю, будет нарастать, потому что левые партии коммунистические набирают силы, то есть они пополняются людьми и, естественно, смогут оказывать большую, наверное, поддержку в ближайшее время. Но что делают сами рабочие? Вот, удается ли организовать какие-то боевые профсоюзы, которые более активно отстаивали свои права, формулировали свои требования к властям, к руководству производства?
Ну, знаете, наше правительство очень хорошо помогает левым партиям расти в численности, потому что все его меры направлены на ухудшение положения людей, трудовых людей. Не будем говорить о разных наших магнатах. Вот. То есть, если так посмотреть, то постоянно ухудшается и образование, и медицинское обслуживание, и условия труда. Извините, вот ГЗОТ. Да. Естественно, когда люди со всех сторон ощущают вот это вот давление, ущемление, они начинают задумываться, и если рядом находится кто-то более вот активный, то начинают примыкать к этому человеку. Вот. У нас на заводе зарождается независимый профсоюз. Вот. Люди с интересом на это взирают. Конечно, пока лавина не пошла, но я думаю, это от того, что люди не понимают действенность, наверное, да, этой работы, да, этого направления. Да, я бы сказала, что они не верят в то, что их усилия могут к чему-то привести. Вот. Поэтому вот первой задачей профсоюза, я думаю, стоит показать, что даже небольшие усилия имеют свой результат. И тогда люди тоже поднимутся. А профсоюз у вас, насколько я знаю, это вот первичная ячейка профсоюза защиты? Да. Ну, я очень надеюсь, что ваш профсоюз будет крепнуть. И хотелось бы предложить и рабочим, и всем остальным трудящимся чаще смотреть и вооружаться интернетом, потому что сейчас есть масса информации, в том числе по профсоюзной борьбе и по тому, каких результатов они достигают, как они борются и побеждают довольно часто. Вот, например, конечно, у всех на слуху МПРА, у них есть собственный сайт, но и мы тоже часто отражаем то, что им удается достичь и как защитить права и профсоюзных активистов, и простых рабочих, которые незаконно там были уволены или лишились каких-то там надбавок и всего прочего. То есть это движение сейчас довольно обширно. Есть у кого учиться, то есть перенимать этот опыт. То есть все это можно интенсифицировать. То есть чтобы не открывать велосипед, предлагаю вам более активно вливаться вот в ряды людей, кто этот опыт ретранслирует, так же, как и мы. Вот. На этом, я думаю, мы закончим сегодняшнюю нашу передачу. Надеюсь, что это открытие новой серии встреч с сотрудниками вашего завода, и мы будем в курсе всех событий, которые у вас там происходят. Желаем, чтобы удалось расширять вашу деятельность и приостановить этот молох уничтожения. Спасибо. Я надеюсь на поддержку с вашей стороны, потому что как остановить акционирование предприятия такого, да, я не вижу способа пока. Потому что наш противник, извините, ого-го какой, а мы простые рабочие инженеры. Согласна, задача очень сложная, и многое, конечно, зависит и от поддержки разных политических структур, ну и, конечно, от активности самих рабочих. Всего доброго, до новых встреч. До свидания.